Уважаемые коллеги, друзья, я лично и от имени своего коллектива многочисленного объединенного центра Национального медицинского исследовательского радиологического центра рад приветствовать вас на конференции «Белые ночи» в связи с ее открытием. Не смогли бы мы эту конференцию проводить, если бы небольшие заслуги коллектива, возглавляемые профессором Алексеем Михайловичем Беляевым, который эту конференцию развивает. Развитие этой конференции привело к увеличению количества участников, в том числе не только из нашей страны, но и из-за рубежа. Это известные в онкологии наши коллеги. Добавило этой конференции междисциплинарного направления. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить о накопленном опыте, мы будем обмениваться опытом, мы будем друг другу давать мастер-классы, учиться друг у друга. Таким направлением онкологии, которое сейчас действительно развивается, это и гетерогенность опухоли, это и различные воздействия химии препаратов на рецепторы, это и таргетная современная терапия, прецизионная терапия в онкологии, прецизионная терапия в радиологии. Это, конечно, и те подходы, хирургические широкие подходы, которые сейчас применяются, и метастазэктомия. Собственно, эти конференции для этого и признаны, что мы друг у друга учились, учились мы наглядно, учились мы, обмениваясь опытом, передавать опыт молодым нашим коллегам и дружить в специальности, что, в общем, тоже призвано для того, чтобы улучшить качество лечения онкологических пациентов и для того, чтобы оказывать им ту современную высокотехнологичную помощь, которая сейчас требования, в общем-то, и нашего правительства, и министра, и главного онколога Михаила Ивановича Давыдова. Спасибо.